6 муниципалитетах Нижегородской области развернули пункты временного пребывания жителей ДНР и ЛНР. Сейчас люди остро нуждаются в помощи, и помочь им может каждый. С 25 февраля администрация Сарова и ресурсный центр добровольчества открыли в городе пункт сбора гуманитарной помощи для беженцев Донецкой и Луганской народных республик. В качестве пожертвования волонтеры принимают товары первой необходимости. Каждый неравнодушный может принести в пункт сбора канцелярские предметы, предметы первой необходимости, средства гигиены, настольные игры, спортивный инвентарь. То есть все, что может понадобиться любой семье, любым людям в обыденной жизни. Более всего необходимы те предметы, которые беженцы вряд ли смогли взять с собой, но без которых им приходится нелегко. Для детей-школьников это канцелярские товары, ручки, тетради, альбомы, пеналы. Для малышей – игрушки, для взрослых – белье и одежда. Обратите внимание, что желательно приносить новые вещи с бирками и этикетками, так как есть трудности в их обработке и дезинфекции. Не стоит приносить и скоропортящиеся товары. Изначально мы собираем все необходимое здесь. В дальнейшем к нам поступает заявка, запрос из Нижнего Новгорода с перечнем необходимых вещей. И потом уже по этой заявке собираем все и отправляем в Нижний Новгород. За 2 дня сбора гуманитарную помощь принесли более 30 саровчан. Пункт приема для помощи жителям ДНР и ЛНР находится по адресу проспект Музрукова, 22, здание Дома книги, правая дверь. Пункт работает с понедельника по пятницу с 10 до 19 часов. Светлана Юрунова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.